В интеллектуально развивающей игре «Что? Где? Когда?» награждается команда «Пермского края». Пермская команда только что вернулась с победой. Они стали лучшими на чемпионате России. Но на этом битва умов не закончилась. На интеллектуальной олимпиаде в Перми знатоки встретились снова. На этот раз у наших серебро, золото у ребят из Удмуртии. Вот такие конкурсы, они очень сильно позволяют, так сказать, оценить свой уровень и продвинуться вперед, мотивируют на то, чтобы как-то повышать свои знания, улучшать вот это все, потому что видишь других ребят из других регионов, тоже таких же умных, таких же, вот, и хочется как-то соответствовать. В Пермь на интеллектуальную олимпиаду приехали ребята из 14 регионов. У каждого участника в портфолио уже десятки дипломов. Здесь действительно встретились самые умные. Самый сложный робот, которого ты смог сотворить? Робот-футболист, которого мы готовили к мировому этапу в Венгрии. Жюри интеллектуальной олимпиады тоже высоко интеллектуальные. Специальным гостем стал обладатель хрустальной совы Виктор Сиднев. Хочу сказать, что мне здесь очень понравилось, и ребята замечательные. И дай им Бог продолжить, чтобы интерес в этой игре у них сохранился. И я думаю, что это по жизни им поможет. В этом году игре исполнилось 45 лет, 20 лет как некто основатель игры Ворошилова. А то, что она живет и собирает людей, причем людей молодых, я думаю, это говорит о том, что еще игра будет жить долго. Идея провести подобную олимпиаду принадлежит аппарату уполномоченного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Инициатива была признана лучшей на конкурсе «Новый общественный проект ПФО». Пермский край боролся за право принять такую олимпиаду. Для нас она очень значимая. Это олимпиада Приволжского федерального округа. И мне кажется, что по наиболее таким значимым для Пермского края направлениям деятельности проводить олимпиаду – это вообще так солидно, это круто. Мы действительно рады принимать весь Приволжский округ у себя. В интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа 4 направления – программирование, робототехника, теория решения изобретательских задач и что, где, когда. За золото боролись не только участники, но и регионы. В командном зачете победу одержала сборная Самарской области. Анастасия Петухова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».